И брахот, как уже сказали, да? Ну что ж, собрались русские, американец и еврей. Вы сразу уже подумали о том, что я буду рассказывать анекдот. На самом деле я хотел сказать то, что Господь меняет людей, и евреи не все такие, как вы чувствуете в анекдотах, там хитро-мудро сделанные, какие-то в своих целях только делают. Я хочу вам представить другой образ еврея. Жертвенные, любящие Господа от всего сердца, очень дружные. Знаете, мое свидетельство начнется с самого начала, когда здесь за меня церковь молился наш клуб «Шалом Варна». Конечно же, я знал, что все будет хорошо, но не знал, что настолько. Как только лишь я подъехал, из-за того, что в последнее время слишком много беженцев с разных стран начали приезжать в Израиль, сделали такой сильный кордон, а я недавно поменял документы. И просто вот люди заходят в комнату, их проверяют и держат, может, по 9 часов, некоторые даже и сутки держали, мне так женщина сказала, и отправляют обратно с депортом. Когда я пришел, я знаю, всегда могу вам поделиться своим секретом, когда я куда-то иду, и если я очень сильно переживаю, я говорю: «Господь, держи меня за руку, я тебя держу и не отпущу. Все остальное я буду делать левой рукой». Я вспомнил, как брат рассказывал, говорит: «Берите Бога всегда с собой». И вот я, значит, спокойно, все люди стоят, ждут. Всички хора бяха на редене, да чакат? Да. Я только начал как раз. Это было вступление. Так мы започны? Да. Да. И женщина, которая рядом со мной была, я говорю: «А сколько вы здесь сидите?» Она говорит... Жена, которая была до меня, я питах, от сколько времени сте тук, да чакате? С 5 вечера вчерашнего утра. Тя каза, от 5 вечерта на вчерашната сутрин. Ох, я подумал, сколько же мне тут сидеть, пока эти проверки пройдут. Я созамислих, мали, колко трябва да чакам, докато минут проверките. Крепко держу Иисуса за руку. Държа силно Иисус за ръката. И молюсь. И се моля. Я знаю, что церковь молилась, все будет хорошо. И знам, че церквата се молеше и всичко ще е наред. Ровно через 10 минут меня пропускают. И точно след 10 минут ме пускат. Я один выхожу. И излизам сам. Мои знакомые в шоке. Познатите ми са в шок. Так быстро. Че толкова бързо се случи. После того, как попал я уже к своим друзьям. И след като попаднах при моите приятели. Я рассказал свои планы, что я хочу сделать. Им за плановите си, какво искам да направя. Но Господь полностью поменял их. Господь наполно промени всичко това. За это все время мне не получилось ни одного дня поработать. През това время не ми се получи да поработя нито един ден. Видать, Господь более смотрел на то, что я духовно ослаб. Явно Господь гледал повече това, че съм духовно ослабнал. Я попадаю в небеса на 3 дня. И попадам на небето за 3 дни. Кто знает, что такое трездиес, меня понимают. Кто-то знает, какво е трездиес, ме разбира. Я туда не записывался. Сам се записывал там. Вместо меня должен был пойти другой Сергей. Вместо меня трябваше да отиде друг Сергей. И в последний момент... В последний момент... Он говорит, что я не могу, и место освободилось для меня. И мястото се освободи за мен. Когда я попадаю по дороге, мы беседуем, разговариваем. И по пути за там не си говорим. Я видел разный контингент евреев. И сам видел различный контингент на евреев. Которых мы называем датишные. Какую-то наричаем датишни. С пейсами, да? Такие в шапках. С средней шапки, плитки. Они тех, которые в кипах считают за неверующих. Тези, които са с кипите, ги смятат за неверващи. Есть другой контингент. Има друг тип евреи. Которые... Просто наркоманы. Какие-то наркоманы. Пьяницы. Пьяницы.
Ну, просто что, все, что до низу можно назвать. Всичку до дыну, ту, которую можем наречем. Да, и вот теперь представляете. И эту себя представите. Один из иудеев байкер. Один от иудеев байкер. У него был, с, девушка. То есть им девойка. Которую он очень сильно любил. Кое-то много убичал. Что-то с ней произошло, она перестала держать позвоночник. И нечто се случило с ней, спрятая даже гребначный столб. К врачам возят на инвалидной коляске. И ее водили на лекаре в инвалидную куличку. Когда он привез к нашим братьям. Когда я довел при наши братья. Наши братья взяли, помолились с верой. Наши братья се помолили с верой. Эта девочка встала. И твоему мише се исправило. Если бы вы видели, как этот еврей, да бяхте видели, байкер, как този еврейн байкер. Он просто стоял, как он такой еще высокий. Просто беше исправен, с бородой, той много высок, с голяма борода. И просто плакал. И просто плачеше. Когда касается Господь, ты не сдерживай своих когато эмоций. Когда Господь доказва, ты не можешь да си сдержишь эмоции. Я там видел и взлеты, и падения. Там видях и излитания, и падания. Господь заранее знал, что мне не нужно туда ехать и делать только свои дела. И Господь тут напред знал, что не треба доходя там, да си выше свои дела. Я благодарю Ему, что Он мне дал возможность, что я там мог и послужить. И сам благодарен, что мне дал возможность и да послужа там. Послужить вместе с братьями в реабилитационном центре. Заодно с братьями в реабилитационный центр. То, что я вам хочу сейчас рассказать, это было чудо. Това, което искам да ви разкажа сега, е чудо. Мы поехали на Иордан. Отидохме на Йордан. В Тиверию, там, где Иисус окрестил Иоанн. Там, където Иисус бил кръстен от Йоанн. Там все сейчас красиво все сделано, конечно, не сега, так смотрится. Там всичко е много красиво направено. Как раньше. Не изглежда така, както преди. Мы идем целой группой и со всего Израиля решили, что в этот день будут все центры живого Израиля принимать крещение. И ние вървим цялата група и там целия Израил решил, че всички групи християнски вярващи на Израил ще приемат водно крещение. И теперь представляете, мы идем, стоят, значит, большая очередь такая, все в ризах. Има много, много хора наредени на опашка, всички в дълги ризи. Их так крестили, все так Кутапят порадовались. Ги... Ну, знаете, как европейская радость, она немножко сдержанная. Крещават ги, да? Как-то, знаете, европейская радость и малку сдержана такова. Теперь представьте евреев. Если представите евреи, которые упали до дна, които са укъпвали до дъното, которые прошли и тюрьмы, които са паднали до дъното и които са минали през затвори, наркотики, пьянство, и са минали през наркотици и пьянство, и которых Бог изменил, и които Господ ги е променил. Они не сдерживали эмоции. Те не се сдържаха емоциите. Как только зашла конгрегация в воду, когато влезе цялата група в водата, и каждый, который принимал крещение. И всякий, който е приемал крещение. Там такая была радость. Там имаше толкова голяма радост. Это были пение на гитаре. Това беше пение на гитара. И теперь представьте, гитара. Стоят большие мужики. И представьте огромни мъже, которые держали раньше там зоны. Които преди са все държали в татуировках, как якудзы. Татуировки, като някакви и славят якудзи. Господа. И прославят Господ. Сразу же подбежали, все видео начали снимать, кто хора, это такие странные люди. С видео питат, кои са тези странни хора. И просто я чувствовал, как там ангелы радуются. И усещах, как се радваха и ангелите там. Я увидел титанический труд всех братьев. Огромен труд на всичките братя и сестер, сестри, которые занимаются с такими людьми. Които се занимават с такива хора. Конечно же, там по статистика такая вещь мощная. И разбира се, статистика там е много мощна. Если из тысячу человек, которые приходят човека, в центры, идват по центрове, хотя бы останется 10. Остане поне десятина. Они станут сильными служителями. Те ще станат много силни служители. Это люди, которые поверили в Бога. Това са хора, които са повярвали в Бог. Которые изменили свою жизнь. Които са променили живота си. Которые желают служить Господу. Които желаят да служат на Господ. Первое время они даже боялись идти и проповедовать таким, как они. И първо време даже се страхували да проповядват на подобни хора като тях. Но когда Бог дает силу, они идут и оттуда опять вытаскивают. Обаче, когато Господ дава сила, те отиват там и измъкват хората. В этом я увидел истинную
структуру жизни церкви. И в това видях истинската структура на живота църква. То, что ты здесь находишься, это очень хорошо. Това, че се намираш тук, е много добре. Но если у тебя есть кто-то родной, близкий, который не здесь, это очень плохо. Обаче, ако имаш някой роднина, който не е тук, това е много лошо. Очень плохо не из-за того, что ты ему не говорил. Я уверен, что вы все сказали лошо своим родным, близким. Лошо е не заради това, че не сте им го говорили. Но, скорее всего... Мало молились. Сигурен съм, че ви сте говорили на тях, обаче явно малко сте се молили. Израиль меня научил молиться с раннего утра до вечера. Израиль ме е научил да се моля от ранната сутрин до късната вечер. И у меня такого раньше не было. Преди нямах подобно нещо. Постоянно ты молишься, где бы ни находился. Където и да се намираш. Я это слышал много раз. Много пъти. Может быть, кто-то так и живет. Може би някой така и живее. Я так не жил. Обаче аз не съм живял под подобен начин. И когда я... начал вот в этих находиться в молитвах. И когато започвах да се намирам в молитва, я вспомнил, что 3 дня на небе они мне показали только лишь одну вещь. Аз си спомних, че тези 3 дни на небето ми показаха само едно нещо. Которое написано в Слове Божьем. Това го пише в Божието Слово. Вспомни, откуда ты не спал. Спомни си, откъде не си спал. Тебя Бог не находил в грязи. Господ не те е намерил в кълта. Това са неправилни проповеди. Так не написано. Така не пише. Он говорит, что я когда-то тебя поднял. Той казва, че някога съм те издигнал. Ты был на моей атмосфере Божьей любви. Божията атмосфера, на Божията любов. И ты забыл про нее, и ты упал. И ти си я забравил и си паднал. Вот что означает слова «вспомни, откуда ты не спал». Това значит думите «вспомни си, откъде не си спал». Поэтому я большой передаю привет от конгрегации Живого Израиля. И затова ви предавам много поздрави от живата конгрегация на Израил. И от всех моих новых братьев корейцев. И у всички тими новые братья корейцы. Они меня так обнимали, целовали, плакали вместе, что они мне стали очень близки. Че сами станали много близки. И большое благословение для каждого из вас. И гуляло благословение за всеки один от вас.